Всем привет! Вы на канале Вифлория. И сегодня у нас мега распаковочка. Приехали растения из Голландии. Прямые поставки шикарных, очень красивых сортов филодендронного, агланеа, малаказий, калатеи. Ну, разные растения я буду распаковывать и показывать, что приехало. Все эти растения можно приобрести. Можете написать мне здесь в комментариях, если вы желаете что-то купить. Можете подписаться на мой телеграм-канал, в котором будут выкладываться растения вместе с ценами. Ссылочку на свой телеграм-канал я оставлю в описании, по которой вы можете перейти. Так что милости прошу всех любителей цветов, растений. Будем приобретать вместе наши любимые, красивые растюшки. Ну, а сейчас мы начинаем. Я буду распаковывать и показывать все, что приехало. Так, зимняя упаковочка. Убираю все лишнее. Так, я, наверное, камеру переставлю. Так, чтобы было лучше видно. И будем распаковываться. Так, начинаем распаковывать. Это агланеа в прекрасном виде. Такая вот симпатичная, яркая агланеа. Здесь в горшке два растения, то есть ее можно рассаживать. Вот. Вот такая вот красота. Следующее. Это микс агланеа. Название я напишу, покажу. Это уже немножко другой сорт. Но так как это был микс разных розовых сортов, то мне нужно название уточнить, поискать. И я выложу в телеграм-канале с названиями и с ценой. Здесь тоже одна Глаша, но с деткой. Очень красивый сорт вот этот. Верхние листы практически красные. Нижние немножко зеленоватые. Вот идет молодой лист. В общем, красивый. Осталось только немножко горшочки привести в чувство. Разбираем дальше. Закончим с агланеами. Вот еще. Красные сорта. Просто шикарный экземпляр. Листья абсолютно доехали прекрасно. Бывают, конечно, при транспортировках и где-то подмятые листики. Посмотрите, как они уложены. Это вполне нормальное явление, и к этому надо быть готовым. Если приезжают растения, где-то какой-то листик смятый, ничего, растение обновится, вырастут новые, и будет все красиво. Но на это надо делать скидку, так как оно едет издалека. Вот, поэтому всякое бывает. Но вот смотрю, пока что мне все нравится, кроме того, что земля. Абсолютно не закреплена земля. Все высыпается. Ну, с этим я разберусь, конечно. Так оно не будет. Но главное, что растения прекрасные. Просто прекрасные. Очень красивые растения.
Вот такая гланемка. Здесь она одна. Тоже прекрасно. Все листики целые. А дальше антуриумы. Пошли антуриумы. Листики целенькие, все. Раскрывается тут новый листик, тоже крепенький. Антуриумы симпатичненькое. Растение пришло. Так, ставим. Глориозу. Сейчас я его достану. С листьями все хорошо. Дальше. Дальше у нас алоказии. Вот такая красота. Dragon Scale. Так, везде надо возвращать немножко землю. Прямо горшочки эти. Ну, растения все чудесные. Все очень хорошо доехали. Листики целые, прямо прелесть. Ожидала я более худшего варианта. Все-таки такая посылка плотненько-плотненько утрамбованная. И транспортировка все-таки еще и прохладно стала, похолодала. И как-то так я переживала. Ну, вроде ничего. Дальше. Завернуты как-то одной бумагой два горшка. И очень это неудобно. Тоже антуриум. Кристаллину. Красивейшие листы. Такой уже достаточно взросленький, пышненький. Не просто какая-то деточка, а полноценная растение. И у всех новый ростик, новый листик. Филодендрон. Очень шикарный филодендрон. Я его очень хотела себе в коллекцию. Это филодендрон называется Karma Red Star. У него листья вот такие оранжевые, яркие-яркие. Причем здесь посажены по два растения. Одно большое и одно поменьше, маленькая детка. Вот такая красота, очень яркая, очень красивая. Растет кустом. Наверное, где-то похож на Prince Orange. Молодые листья, вот три штуки, они все яркие, только потом становятся зелеными. Но они очень красивые. Вот такой вот красивый филодендрон. Karma Red Star. Вот. Тоже одно большое и одно маленькое растение. То есть по два растения в горшочке.
Просто очень красивый филадельфий. Он так распрямится, листики расправятся, и будет просто шикарный. Так, филодендрон Ring of Fire. Вот такие кустики на одно растение, этот кустик. Бывает, что есть еще деточка, тоже целенькие листики все. Все приехало замечательно. Здесь Calathea. Красивые листья, все целое, красивый сорт, очень яркий, пушистая, здесь ее очень много. Вот такая красивая. Такие яркие, симпатичные колотечки. Тоже все целенькое, все красивенькое. Несколько там кустиков. Такая красота, все прямо такое целенькое, целенькое, живое, живое, листики к листику, вообще красота, очень красивая, пышная, просто такая приятная, супер, очень симпатичная, хорошая Calathea пришла. Прям хрустит такая. Такая вся целенькая, живенькая, что аж похрустывает. Такая красивая. Пышный, шикарный куст. Красивая Calathea. Дальше у меня идет филодендрон, который я тоже очень хотела и себе свою коллекцию. Это Хосе Буэна. Такой он яркий, варигатный. У него такие пестрые листья с такими белыми сплэшками, пятнами, вкраплениями. В общем, он очень яркий. Такой впечатляющий такой филодендрон, очень эффектный. Такой объемный горшочек большой, и сам он не маленький, такой уже росленький, взросленький. Посмотрите, какой пышный куст уже. И вот выпускает новый лист. Варигатный, смотрю, весь беленький. Вот такой вот пушистый, яркий. Он еще разрастется, листья начнут увеличиваться. Такие будут огромные лопушки. И еще и с варигатностью вообще очень красиво. Давайте. Так, сингониум. По-моему, Нортленд или Мохито, как он называется. Вот. Разворачивает новый лист. Яркий, пестрый. Хороший экземпляр. Раскрываю новую коробочку.
И не помню даже уже, что я заказывала, что здесь есть. Но думаю, что тоже что-то очень красивое и яркое. Ну, по порядку. Plow Money, по-моему. Да. Plow Money. Такой. Крупненький. Листики не повредились. Немножко смялись, но не расправятся. Это такое. Нету заломов. И вот он стелится вот так вот и расправляет новый листочек. Лопухи здесь такие большие, их трудно укладывать, но они не сломались. Заломов нет. А остальное все расправится. И тоже новый лист. Так, сингониум. Какой-то такой пышненький. Кустиком растет. Мелкие листики. Надо будет посмотреть, что это за название. СБНа и очень яркий экземпляр. Очень. Просто посмотрите, какая варикатность шикарная. Новый лист разворачивается. Тоже очень яркий. И такие огромные у него листья. Большие. Это еще не предел. Хороший яркий экземплярчик. И еще Хосе Буэно. Яркая варигатность. Крупные листы. Вот этот экземпляр очень большой уже достаточно. Очень крупный. И яркий. Так. Сингониум. Ну, это Милк Конфетти. Видите, какой он беленький прям. Тоже Милк Конфетти. Смотрите, какой экземпляр шикарный. Прям супер. Так, тут земля немножко высыпалась. Алаказия. Алаказия. Медная. Или Red Secret. Вот. Вся целенькая. Медная. Вся красивенькая. Разворачивает новый лист. Два растения. Так, это Silver Dragon. Два растения. Одно побольше, одно махонькое. Так, Алаказия. Black Velvet. Она одна. И выпускает деточку.
здесь есть повреждение. Вот здесь уже листик заломался. Здесь отвалился. Такая лакаська. Огромный пушистый куст. Здесь ее просто битком набито. Битком набито несколько штук. Так что если хотите, можно взять целую. А если хотите просто одну аглонемку, росточек какой-то, я могу рассадить, и вы можете забрать по одному растению. Но здесь ее очень много, очень. Она набита-набита, прямо настолько пушистая. Можно рассадить, я не знаю, горшка 6, если не больше. Так, это, по-моему, тоже она же. Да, это она же. Их, по-моему, 3 горшочка. Повысыпалась из горшка. Ну, этот торф, он воздушный. Конечно, когда его переворачивают. Это мы, когда отправляем вам, мы закрепляем, мы, цветочники, закрепляем грунт, чтобы он не высыпался, стараемся упаковать как можно лучше. Ну, поставки с Голландии, они сильно не заморачиваются. Главное, что растения целые и все пришли в хорошем состоянии. А земля, это такое, на это никто не смотрит. Вот, ну... Конечно же, вам мы такого отправлять не будем. Все будет красиво упаковано. Так, и это, по-моему, тоже, да, тоже это аглонемка. Стараюсь сразу вернуть на место все, что рассыпалось. Это что-то невероятное. Огромный куст, огромный. Яркий, красивый. Большой. Я уже вся в этом торфе. Но не страшно. Тоже шикарная аглонема. Тоже очень много. Набитый-набитый куст. Такая яркая. Аглаша. Много очень растений в горшке. Рассаживать, не перерассаживать. Пушистая, яркая, красивая аглонемка. Тоже много ее в горшке. Могу рассадить при желании. Но кто хочет, может забрать вот такое пышное, красивое растение. И поставить, оно просто будет радовать глаз. Во-первых, оно будет объемное. Посмотрите на эти листья, какие они красивые. Малиновый цвет аж переливается. И еще одна аглаша. Это вообще... Папа!
Посмотрите на это буйство красок. Я такое красивое и яркое, если честно, еще не видела. Я бы даже оставила бы себе или заказала бы в следующий раз еще. Потому что посмотрите на эту расцветку. Это что-то невероятное. Во-первых, я такой малиновый не видела обычно. Или очень малиновая, или зеленая и с маленькими вкраплениями. А здесь и того цвета, и того достаточно. Боже, какая красота. Смотрите, какая красота. Прям я в восторге. Вот от этой агланемы я просто в восторге. Почему-то как-то она выглядела на сайте не очень такой яркой. А тут получила и прямо так приятно удивлена. Очень красивая. Очень просто. Невероятно красивая растение. Белая принцесса. Смотрите, какая яркая варигатность. Очень яркая. И новый лист тоже очень яркий выходит. С беленьким, много белого. Тут три каких-то цвета. И темно-зеленый, и светлый, и белый. Очень симпатичная. Яркая, очень яркая, очень хорошие экземпляры. Не просто там зеленые пару точечек, а очень-очень яркие. Хорошая генетика, очень. А это розовая принцесса. Обалденная. Я очень люблю этот филодендрон. Розовая принцесса. Я обожаю. Я бы такой их и выращивала. Посмотрите, какая красивая варигатность. Уже этот лист, это что-то невероятное. Генетика налицо. Еще одна. Шикарная, шикарная варигатность. Новый лист растет тоже очень яркий. Безумно красивые. Розовые принцесски просто безумно красивые. Даже не ожидала, что такие яркие будут. Ring of Fire. Ring of Fire маленький. Вариантик. Варигатность тоже яркая. С розовинкой. Тут вообще розовые такие пятнышки. Абсолютно в хорошем состоянии вообще. Очень довольна. Это растения все целые. Просто я даже не ожидала. Мне очень часто приходят, когда я заказываю вот так в совместных покупках, мне очень часто приходят в очень плохом состоянии, но я, конечно же, не обращаю на это внимания, потому что это растение, оно имеет свойство расти и обновляться, поэтому, конечно, хочется получить сразу ах, но когда это какое-то очень интересное редкое растение, то уже рада, что там пришли хоть пару листиков каких-то поломанных, но потом будут красивые. Здесь же я очень удивлена, практически все пришли в шикарные, шикарные, вот алоказия еще медная. Кроме того, что вот высыпается земля, ничего не вижу плохого. Все замечательно, все целые листья. Вообще супер. Пышная-пышная, смотрите, какая красивая.
молодые листочки такие просто, просто такие блестящие, хорошенькие, симпатичная, класс. И завершается моя посылочка. В конце у нас тоже алаказия, тоже медная. А здесь и горшок даже лопнул. Нижняя самого низу была. Растению ничего, а горшочек лопнул. Листик молодой смялся, но он расправится. Ему ничего, никаких повреждений. Все красивое. Я уже ставлю рядом с собой, потом разложу. Да, показываю уже. Так, и последнее. Медная. Все листики целые. Замялись, но целые, не поломались. Красота. Вот и все. Распаковка закончена. Сейчас растения немного придут в себя. Я их обработаю антистрессом. Листики у них немножко отойдут, расправятся и будут готовы ехать в новый дом. Растения все шикарные, крепкие. Очень я довольна. Не расстроена, потому что бывает такое, что получаю растения и очень расстроена. Но сейчас я очень довольна. Растения все шикарные, здоровые, плотные все. Прямо супер. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канал, на мой Telegram канал. Ссылочку я ставлю в описании. Всех жду, рада видеть. До новых встреч!